19 августа – день рождения русской тельняшки. Эта полосатая униформа весьма популярна у нашего народа и является символом настоящих мужчин. На первых тельняшках было всего 12 полос, как ребер у человека. Считалось, что роба оберегает моряков от злых духов моря. Завидев полосатого, нечисть должна была обойти стороной, приняв моряка за покойника, от которого остались одни ребра. На французском флоте тельняшки были с 21 полосой по числу великих побед Наполеона. У голландцев и англичан тоже, только у них 21 – это число успеха, как в любимой карточной игре «Блэкджек». Тельняшка всегда связывалась с водной стихией. Почему же она появилась в гардеробе десантников? А все очень просто. В 1959 году тельняшки стали вручать за прыжок с парашютом на воду. Немцы во время Второй мировой войны моряков и морских пехотинцев называли полосатыми дьяволами, так как в Европе на протяжении многих веков полосатая одежда была уделом проклятых. Ее носили профессиональные палачи, еретики и прочие изгои общества. Сегодня практически каждый род войск в России имеет свою тельняшку с полосами уникального цвета. Выбор конкретного является военной тайной.